Привет, друзья! Мы находимся на презентации от Beeline их новых устройств. У меня в руках новый телефон компании Beeline под названием A300. Это телефон производства фирмы Huawei. У него интересно организованы экраны. Посмотрите, они сделаны в виде матрицы. Можно листать и как вверх, так и вниз. Само устройство имеет достаточно приятный корпус. Логотип Beeline на другой стороне. Кроме этого, заправлен некоторыми виджетами, такими как Beeline анекдоты, Beeline гороскоп. Еще Beeline обещает специальные бонусы при подключении этого телефона в виде мегабайтов и конечно же, SMS. Вот. Ну, в общем, Android, мы видим, он почти не изменен, но есть некоторые интересные фичи.